В ближайшие дни в Саратов придет настоящая летняя жара, спасение от которой можно будет найти только у воды. Правда, для нашего города места купания – это острая проблема. Ближайший пляж расположен на острове. Многие экономят время и силы и располагаются на отдых прямо возле моста, несмотря на запрещающие таблички. Здесь, конечно, грязно, песок такой грязный, курят много и выпивают. Есть машины, которые, есть дворники. Почему я сегодня убирался из стекло, которое находится под мостом, где много пьяных всего. У меня нет вопросов к полиции, потому что всех уследить невозможно. Вы хотели услышать меня, я вам сказал все. Всего в городе зарегистрировано 17 пляжей, в области их 110. Правда, официальное разрешение на работу от надзорных органов пока получили только единицы. Цивилизованный, а главное, безопасный отдых на воде в Саратове по-прежнему в дефиците. Проблему должен помочь решить новый пляж, который строится на набережной между улицами Вольской и Второй Садовой. Сейчас объект пытаются завершить авральными темпами. Поставлена задача сдать его в начале июля. Ну, там пока еще ничего не это. Ну, я слышал, но я сейчас пока не знаю еще. Там. Ну, я пройду сегодня, посмотрю там. Ну, обещали. Ну, я думаю, откроются. Там, говорят, работы кипят. Я сама не видела, но вот очевидцы говорят, там прям кипит работа, кипит. И днем, и ночью работает, песок завозят. Да, да, знаю, что пляс открывается. Надеюсь, что людям понравится. Будет много желающих отдохнуть. Тем более у нас мало мест для отдыха. Новые комфортные условия нужны. Все этого ждут. Будем надеяться на лучшее, что все будет хорошо у нас. Будет ли новый пляж готов для купания этим летом, еще вопрос. Пока здесь заняты благоустройством и инфраструктурой, и горожанам никаких обещаний не дают. Елизавета Сиренко, Николай Синегубов, СРБК ТВ.